Ну, я читаю, что мода, то, что вы только что говорили, эти сабвуфер, да, там губы, может быть, 5 лет назад, 7, да, там, может быть, это было модно. Наоборот, сейчас люди хотят быть естественно выглядеть, да, там, то, что Бог тебе дал, и ты с этим ходишь на сцену, наоборот, сейчас смеются с девчонками, которые большие там губы, там эти сабвуферы и так далее. Там, я считаю, что сейчас люди поняли, что все это зря делали. Сейчас чем естественнее, чем лучше. Я не говорю, что не надо что-то поправить, если что-то не то, да? Но все это должно быть в мере. Поэтому, если у тебя кривой нос, почему бы не делать нос, да? Если у тебя зубы кривые, почему бы не делать, но тоже перебор не надо. Поэтому все должно быть в мере.